На часах 7 часов 10 минут, и мы уже выехали из аэропорта Шарм-эль-Шейх. Значит, смотрите, друзья, как только мы отправились, наш трансферный гид дал нам вводную информацию. Он рассказал, что у нас всего будет 5 отелей на этом трансфере, при этом наш отель будет вторым. Кроме того, что он рассказал, сколько будет отелей, он дал еще вводную информацию по курсу текущему, доллар к фунту. Рассказал, когда у кого будет, в каком отеле встреча с отельным гидом. Ну и, собственно говоря, некоторые вопросы, что можно делать и что нельзя делать в Шарм-эль-Шейхе. Ну, в принципе, стандартная процедура во всех трансферах. Ну и еще в двух словах хочу сказать, почему же мы не взяли индивидуальный трансфер. Потому что, друзья, мы прилетели очень рано в Шарм-эль-Шейх. Мы выехали из аэропорта в 7 часов 10 минут на трансфере в Шарм-эль-Шейхе. Вот. И, грубо говоря, ну, я думаю, через час мы уже 100% будем в нашем отеле. Но не взяли мы индивидуальный трансфер, потому что, друзья, мы и так без этого приедем в отель очень рано. А время заселения, друзья, в 14.00 официальное. Ну, иногда отель идет навстречу и селит туристов немного раньше, это примерно в 12.00. Вот из-за этого, что мы очень рано приезжаем в наш отель, еще до времени заселения, мы и не брали индивидуальный трансфер. Хотя всем своим туристам, плюс-минус, в зависимости от времени, во сколько они прилетают, я все-таки рекомендую брать индивидуальный трансфер, потому что доехать в отель таким образом будет гораздо быстрее. Вам не нужно будет посещать несколько отелей перед вашим отелем. Ну и цена, если у местных брать этот индивидуальный трансфер, в зависимости от того, насколько далеко вам ехать от аэропорта, зависит примерно в среднем там от 10 до 20 долларов за машину. Ну, плюс, как бы, опять, если это бус, там человек от 10, это выше цена. Если это там легковой автомобиль на 4 человека и 2 чемодана в багаж, это, естественно, цена ниже. И дальше, пока вы будете смотреть на своих экранах, как выглядела у нас дорога из аэропорта в наш отель, а также окрестности Шарм-эль-Шейха, мы разберемся с вами, что же такое трансфер, какие типы трансферов бывают и какой трансфер подойдет тем или иным туристам. И сразу объясняю вам, для кого предназначено это видео. Значит, в первую очередь это видео предназначено для туристов-новичков, которые еще никогда не отдыхали за границей в составе пакетного тура, либо если туристы едут на отдых в Египет первый раз в составе пакетного тура. Хотя, в принципе, это видео будет, я думаю, полезно и для туристов, которые уже посещали ранее Египет в составе пакетного тура. Значит, что же такое трансфер? Если простым языком вам объяснить, то это доставка туриста из пункта прибытия в пункт назначения. В данном случае это из аэропорта в отель. И немного забегая наперед, сразу объясняю, что практически в составе 99% всех пакетных туров в Египет всегда есть групповой трансфер. Но за всю историю туризма, в которой я участвую, я иногда встречал, что операторы химичили и убирали этот групповой трансфер из состава пакетного тура. Поэтому, друзья, вам нужно всегда, неважно при каких обстоятельствах, уточнять у работников туристической индустрии, где вы собираетесь оформлять тур, наличие группового трансфера в пакетном туре. А еще лучше это проверять именно в туристическом договоре. Это все должно быть прописано. Возможно, у кого-то появится вопрос, почему же не во всех пакетных турах есть групповой трансфер? На это, друзья, есть две причины. И смотрите, значит, первая причина — это есть динамические пакетные туры. То есть в них у вас не будет группового трансфера, потому что этот вид туров, он немножко специфический, и, наверное, я для этого сделаю отдельное видео. Так вот, иногда такое бывает, что в пакетном туре нету группового трансфера.
И вторая причина, крайне редко, но все же такое встречалось, операторы минимизировали стоимость пакетного тура за счет того, что убирали какую-то часть услуг. И это, как правило, турист не видит, и ему работники, которые, туризма, там, турагентства, говорили, что за трансфер у вас будет доплата. То есть это такого рода небольшое жульничество со стороны туроператоров, который турист не может увидеть. И туристу это сложно объяснить, что это так вот, потому что турист видит картинку, но не видит саму суть тура и составляющую в кабинете бронирования. Дальше, друзья, типы трансферов. Значит, есть два основных типа трансферов. Групповой, там, где туристы едут в общем автобусе из аэропорта и по очереди заезжают в несколько отелей, они попадают в свой отель. И индивидуальный. Индивидуальный — это, как правило, туристов забирают из аэропорта и везут прямо в его отель. Как правило, групповые трансферы идут в пакетном туре, а индивидуальный можно заменить на пакетный, заплатив за это дополнительную стоимость. Иногда бывают акции, что предлагаются как бы апгрейд на индивидуальный трансфер с группового. Но это бывает крайне редко, и, как правило, иногда операторы не выполняют это свое условие. Дальше. Разбираемся с индивидуальным трансфером. Значит, смотрите, индивидуальный трансфер можно заказать в нескольких вариантах. Первое — это при оформлении тура у туроператора. Это самый надежный и безопасный вариант. То есть, естественно, туриста встречает представитель туроператора, и, как правило, туроператор хоть какую-то маленькую ответственность несет за выполнение индивидуального трансфера. Второй вариант — это взять где-то на локальном сайте какой-то индивидуальный трансфер, найти в интернете и заказать его. То есть вы уже как бы снимаете с туроператора ответственность по выполнению трансфера и самостоятельно занимаетесь этим вопросом. И третий — это непосредственно, если это касается Шарм-эль-Шейха, взять индивидуальный трансфер в аэропорту. То есть это, допустим, такси, вы подходите, договариваетесь за стоимость и едете прямо в отель. В принципе, вариант, который касается туроператора, то есть если вы захотите заказать индивидуальный трансфер у туроператора, как правило, чаще всего это будет самый дорогой вариант. То есть самая высокая цена в индивидуального трансфера будет через туроператора. Ну, по крайней мере, чаще всего с такой практикой я сталкиваюсь в туризме. Второй вариант на локальном сайте — это, в принципе, такой вот средний вариант. То есть вы, как бы и не переплачиваете, но и не самая дешевая цена. Но есть моменты, если вы там делаете предоплату, которую я не рекомендую делать, либо если там вас не встретят, то придется на месте решать этот вопрос. Ну и третий вариант — найти что-то на месте. Чаще всего это один из самых дешевых вариантов. Но для туристов, которые летят первый раз, не всегда этот вариант может быть самым дешевым. Потому что египтяне, они как цыгане, я бы назвал даже хуже. За последнюю мою поездку я вообще очень получил много негатива от египтян. Ну, это отдельная тема. Значит, вам нужно будет договариваться за цену поездки из аэропорта в ваш отель. И смотрите, в зависимости от того, где находится ваш отель, будет, наверное, цена меняться. Не наверное, а это точно. И если вы там хотите поехать в Хатабу, в Хатабу поехать из аэропорта — это 10 баксов. Но вот потолок 10 баксов я бы дал бы из аэропорта в Хатабу. И в том числе и в Нафбэй я бы потолок дал бы 10 баксов, потому что, в принципе, аэропорт расположен, условно говоря, посредине Шарм-эль-Шейха, и расстояние, условно говоря, будет примерно одинаковое, что в один конец Шарм-эль-Шейха, что во второй. Если же ваш отель находится в Шарксбель, в Монтаза, либо там в районе Намабэй, то, в принципе, цена за трансфер, за такси должна быть дешевле, если вы договариваетесь на месте в аэропорту. Поэтому учитывайте этот нюанс и выбирайте тот вариант, который вам будет более подходящий. Потому что для каждого туриста будет подходящий свой вариант. Друзья, на часах 7 часов 50 минут, и мы уже приехали в наш отель Альбатрос Акваблю 4 звезды, в котором мы будем отдыхать.
дальше у нас уже идет процедура заселения. Поэтому на этой прекрасной ноте заканчиваю это видео. Еще раз напоминаю, что в описании под этим видео будет ссылочка на форум туристов, где я буду размещать фотоматериалы, которые могут вам понадобиться для вашего отдыха. Полезная информация. В общем, друзья, если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. Если у вас есть информация, чем поделиться, вы тоже ее пишите в комментариях под этим видео. Ну и не забывайте подписываться на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. С вами был Владимир Шемин. До новых встреч. Пока-пока.